Раскраска с мимимишками. Серый, бордовый, желтый, оранжевый, бежевый, синий, коричневый, зеленый, голубой. Честно, привет! Ого! Это что, фрегат? Ага, жемчужина севера. Самый быстрый фрегат в мире. А он правда самый быстрый? А вот сейчас и проверим. Пошли на речку. Нет, Кеша, я еще не закончил. Давай завтра, я как раз доделаю тут все. Ну, завтра, так завтра. Подъем! Ай, да к тучке корабль испытывать! Туч, привет! Эй, ты где? Ух ты! Доделал! Вот бы посмотреть, как эта жемчужина плавает! Ну, куда же тучка подевался? Может, к лисичке ушел? Ладно, испытаю жемчужину по-быстренькому! Оранжевый, коричневый, синий, темно-синий, желтый, бордовый, голубой, зеленый. Кеша, пропала! Пропала моя жемчужинка! Тучка, я должен тебе кое-что это сказать, понимаешь? Тучка, я хотел спасти твою жемчужину! Спасти? От кого? От огромных роботов-пиратов! Короче, роботы-пираты такие здоровые, страшные! Вот они берут жемчужину, уже собрались убегать, и тут, конечно, появляюсь я! Фу! Оранжевый, коричневый, синий, темно-синий, голубой! Пошли со мной! Тучка, вот! Это я построил для тебя! Твоя жемчужина севера, только побольше немного! Какая классная! Вот это да! Кеша, спасибо! Раскраска с мимимишками! Малыш, тебе понравилось? Скорее нажми на экран и смотри дальше!